Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск Росимущества о расторжении договора об аренде СОО «Трейдпарк» компании, которая ведет застройку Нижневолжской набережной. Сторона ответчика никак не прокомментировала решение суда, но заявила о намерении обжаловать решение. В начале года первый арбитражный апелляционный суд отказал в жалобе Росимущества региона на решение арбитражного суда Нижегородской области по застройке Нижневолжской набережной. Жалоба была направлена по иску Росимущества к «Трейдпарку» о расторжении договора аренды земельного участка, предоставленного под причальную стенку. Компания в период пользования земельным участком площадью около 40 тысяч квадратных метров, полученным в аренду на 49 лет, существенно нарушала условия договора. Строительство туристического комплекса на Нижневолжской набережной велось без разрешения собственника земельного участка, которым является Росимущество. Кроме того, земельный участок использовался компанией не по целевому назначению. На причальной стенке протяженностью около километра велось строительство. Власти Нижнего Новгорода неоднократно заявляли о намерении отстоять территорию Нижневолжской набережной и вернуть ей исходный вид. Рассмотрение дела может затянуться на месяц, а это значит, что нижегородцы еще долго не смогут любоваться видами Оки и Волги. Валентина Тимонина, Ярослав Гунин, Георгий Захаров, Горький ТВ.